Ре, весь этерс ир те. Правительство сегодня обсудило и меры поддержки бизнеса. Так, на пособие по простою смогут претендовать все предприятия с падением оборота, независимо от отрасли. По подсчетам Минэкономики, заявки на пособие по простою могут подать 45 тысяч работников. И из бюджета для их выплаты потребуется более 30 миллионов евро. Правительство уже 10 ноября одобрило предложение по поддержке предприятий и работников, предусмотрев, что помощь будет предоставлена предприятиям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20%, и которые работают в секторах, затронутых решением о введении чрезвычайного положения. Но тогда в этот список не входили, например, гостиницы. Теперь Минэкономики предлагает предоставить поддержку предприятиям всех отраслей. Однако падение оборота должно составить не 20, а 30% по сравнению со средним в августе, сентябре и октябре. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение.